Какие чувства вы испытываете, когда вашу машину останавливает сотрудник дорожно-постовой службы? Наверное, большинство согласится, что приятным это ощущение назвать трудно. Увидев черно-белую палочку в руках правоохранителя, автовладельцы начинают думать, что они нарушили, и судорожно готовить документы. Но раз в год ситуация меняется кардинальным образом. Взмах палочки сулит только приятные ощущения. Во всяком случае, для прекрасной половины человечества. Накануне Международного женского дня дамы за рулем получили необычное поздравление от сотрудников ГИБДД. Мы дарим частичку весеннего настроения, это букет цветов. Желаем крепкого здоровья, весеннего настроения, улыбок, семейного благополучия. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Будьте обаятельными, любимыми. Вместе с сотрудниками ГИБДД в акции «На дорогах» города приняли участие активисты «Молодой гвардии» партии «Единой России». Поначалу автолюбительницы были в недоумении, но получив букетик тюльпанов вместо квитанции о штрафе, улыбались и благодарили заботливых мужчин. Как вам такой подарок? Очень приятно. Не ожидали, что получится? Я ожидала, да. Думали, штраф выпишет? Думала, машина грязная, поэтому останавливаюсь. Среди тех, кому посчастливилось получить презент от инспекторов дорожного движения, была и жена директора издательского дома «Ульяновская правда» Елена Шишова. Спасибо большое за поздравления. Для девушки в такой день получить поздравления, цветы. Это очень приятно и всегда неожиданно. Весна. И желаем всем таких мужчин, такого внимания. Это очень приятно. Спасибо большое. Здравствуйте. Хотелось бы поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Спасибо. Счастья, здоровья, любви. Оставайтесь такой же прекрасной. Спасибо. Хорошего дня. Закончилась акция поздравления милых автомобилисток на дорогах Ульяновска, у города Ульяновска. Очень отзывчиво, нам все понравилось, дамам все дорогим понравилось. Мы очень старались, с улыбкой на лице поздравляли наших милых и прекрасных девушек. Акция закончилась, но женщины еще будут принимать поздравления весь сегодняшний и завтрашний день. И хочется надеяться, что дамам такое внимание поможет лучше соблюдать правила дорожного движения. Ведь от этого зависит жизнь наших любимых и близких. Егор Титов, Юрий Конехин, новости дня, Ульяновская правда.